Всем привет, это Дмитрий. Хочу вам показать обзор 2-рублевых монет. Все выпуски этих годов. Итак, начнем. Вот они все монеты. Так, 2 рубля 2012 года. Кутаисов АИ. Вот такой вот мужичок сидит. Так, дальше. Еще 2 рубля 2012 года. Раевский. Еще 2 рубля. Сталинград. Мужик с гранатой бежит. Так. И танк. 2 рубля. Банк России. Вот такая вот. Платов. Мои. Вот такая вот монета. Кого было, ставьте лайки. Так. 200-летие победы в Отечественной войне. 1990-е. 200-летие победы. Вот такие вот монеты, ребят, в магазин попадаются. Император Александр. Так что берете, когда сдачу, смотрите. Очень хорошая коллекция. Новороссийск. Вот такой вот солдат. 2 рубля 2000 года. Еще 2-рублевка свежая. Платов. Ну, Платов у нас был. Была. Дурова. Вот такая вот 2-рублевка. Вот еще. 2-рублевка. Ничего, ничего. Банк России. Москва. Вот солдат. Так, Ленинград. Грузовичок едет. Так, красивый личный год. Так, такая никому не попадалось. Такая есть 2-рублевка Смоленск. Тоже интересно. Смоленск. Так, это у нас попадалось. Василиса Кожина. Вот какая-то женщина. Что-то кто она, не знаю. Надо историю посмотреть. Ну и Гагарин. 2-рублевка. Такая вот есть. С моей коллекции. Российск. Сталинград, по-моему, был. Я покажу еще раз. Вот он. Тула. Вот такая пушка. Видимо, завод производил пушки. Орудие. Вот такая пушка. Банк России. Новый орел. Видите? Такой орел. Новый образец. Кутузов. 2-рублевка Кутузов. Вот такой. Ну и последняя. А, Гагарин у нас был. Ну и последняя монета. Милорадович. Милорадович. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Вот такая вот у меня коллекция.